Здравствуйте. В эфире «Криминальные новости Коми». Мы ведем свой репортаж из Москвы, где сегодня в одной из квартир под вывеской массажного салона был обнаружен очередной КВНовский притон. Откуда приехал? Из Сыктывкара. Откуда? Из Сыктывкара. Громче! Из Сыктывкара! Не надо снимать! Что? Стыдно! Все задержанные иногородние, приехавшие в Москву торговать своим лицом. Родители знают, чем ты тут занимаешься? Нет. А что ты им сказал? Сказал, что учусь. Учусь. При обыске у них были обнаружены кассеты, журналы и другая продукция соответствующего содержания. Как всегда, в разгар обыска появился хозяин квартиры. На вопросы он не отвечал, все отрицал и вообще заявил, что квартира не его, а отца.